Этот музей открыт в 1972 году, 13 мая. В то время здесь, где мы стоим, жили работники леса. Мы видим, что это большая комната разделена. Тут печень, наверное, открыта. Но в начальные годы здесь жил учитель, и это его гостиная. А следующая комната в эти дальние времена и сейчас мы ее припоминаем, когда говорим о местном диалоге. И мы сейчас здесь. И это квартира учителя. Тут были 4 комнаты. Гостиная, столовая, рабочая комната, спальня. И примерно 1870-е годы появилась кухня. Здесь мы видим такую, ну, на латышском языке, конечно, нет сейчас такого слова «кухня». Кухня. Это показывает, откуда появилось из русского языка. И, конечно, в этом доме жили ученики. 2 комнаты для мальчиков, для девочки, девочек, и 2 отдельные классные комнаты были, большой класс и маленький. И еще такое для еды отдельная комната для мальчиков тоже была. Ну, я думаю, что этот план действовал довольно долго. Я думаю, до 1920-е годы, так примерно, я думаю, так функционировало. Это рукопись нашего первого учителя, Эрнест Динсберг. И когда вы достанете свои новые тетради, конечно, знаете, что надо написать свое имя и хотя бы день учебы. И тут очень маленький материал для обучения. Это найти те признаки, которые показывают, что дом открыт, что здесь люди. И здесь такие некоторые сказания, которые наши ученики писали в 1864 году. Ну, в этом смысле мы немножко говорим тогда. А это единственный способ, как приобрести билет здесь. При этом это в старой орфографии. Это та орфография, в которой писал, училась и писала Агнес. Ну, конечно, да. Редко кто сумеет прочитать сегодня. Эти часы ученики подарили учителю Янис Адамович, который здесь работал, но 1898 году он ушел из школы. На стенде, это недалеко от Талсы. Я понимаю, что главный смысл, почему он так делал, он жил со своей семьей вместе 7 человек в комнате, которая была половина этой. Mm-hmm. Очень трудно, конечно. Я так думаю. Ну, они работают. И этот звук принадлежит времени. Это время там. И, конечно, этому дому.
такие ящики можно найти много. Я думаю, они, ну, каким-то способом идентичны. Во всех школах они сделаны местными ремесленниками. Но когда дети учились, они, вернее, наверное, отец привел этот ящик в школу, и тут поставили каждую неделю провиант, который дети принесли из дома. И были в школе для мальчиков такая отдельная комната, а девочек нет. Они стояли зимой в той же комнате, где спали. Спали. Он начинал идти в 1947-м. Первый второй класс жил в интернете. Я использовал точно такой же ящик для продовольствия. Утром отец вышел, отвозил. И понедельник обратно. Такие две вещи обязательно использовали все время. Дифель и тафель. Бумага была дорогая вещь, здесь можно писать, и потом очень важно это исправить или вообще делать чисто это. Конечно, в каждой школе дома делать слой, и школьники знали его. Эта школа работала до 1964 года. И электричества еще не было здесь. Присядь, дай мне камеру, попробуй написать что-нибудь. А, я даю вот только другой этап, это здесь самое лучшее. А бабушка рассказывала маме, что ну, преподавание шло на русском, когда здесь было. Да. И детям, которые забывались и говорили не по-русски, и говорили по-латышски, им одноклассники вручали баранку деревянную, чтобы они после уроков остались убираться. Тут были разные примеры. Мы знаем, начало это примерно 1870-е годы, когда в школах строго надо было учить русский язык. Но, конечно, в таких областных школах ни в коем случае не надо было все предметы учиться на русском языке. Конечно, нет. Это правило действовало в гимназиях, Талса, Риге, конечно, городах. И эти были для латышей здесь трудные времена. Были даже такие абсурды, когда Фрицис Адамович, тоже происхождением из этой окрестности, Цирсты, Риксенс, он пишет в своих воспоминаниях, что он хотел учить латышский язык. Это было возможно, но как факультативные уроки. Все было хорошо, но тогда дело дошло до того, что он должен был учить латышский язык на русском языке. Здесь преподавать? Да, да. Ну тогда он пошел в Польшу, вернулся тут. Пишешь?
1934 году ученики учились здесь 3 года. Ну, я попробую что-то сказать. Могу вместе истолкот перевести. Jo tu ar citiem vairāk sīni, jo tev pienākas pazemīgam būt. Šiem pulši, tas nāc šatrīk, dzūgīk, ķiem. Tī dūžem, tā vica. Un ir pazemīgs. Nā, vai mēs to varam izpētīt? Slavē. Как это можно высказать еще? Не. Он сказал. Бет не прик школы, но не для школы. Мед баро, не мед поста. Мед кормит. Не верю. Суета. Ну, суета или война разрушает. А стыпы не клаустис, не иди. Kauties, dracas sīni, nedzēt bagātu tiesā, īsu ģicas bagātiem. Ko sēsi to pļausi, što zasēš, to ī... Pažņuš. Pažņuš, dā, pļaut. Baro nusūni, kad vilks lopos. Moži, kad mīk sabāku, kādā vok užē uķībi. Вы в черне. Да.